И снова всем привет, ребят. Знаете, заскучал я за оскорблениями и придирками к заиканию, но, скажем так, это такое дело. Хотелось бы впечатление о телефоне от компании Ukitel C8. Отходил я с ним целую неделю. И, ребят, чтобы так вы сделали для себя, скажем, вообще выводы, покупать его или нет. Что, ребят, спинка у нас из пластика идет. Что, в чем прикол, что я... Что думаю, что камера покажет, что действительно, ну, куча пачкается в конкретно они. Здесь сканер у нас идет, что вспышечка и камера. Что крышечка вскрывается вот таким способом, ребят. На секунду. Покажу вам, что здесь у нас есть SIM-1 и SIM-2 и карта памяти. Аккумулятор, что в чем прикол, что втекал, что в тестер, что действительно, ну, куча 3000 идет. И в принципе, скажем, ну, куча у меня... Один день активного использования, вполне все комфортно, супер. Что действительно, аккумулятор здесь еще классный. Что кнопочка еще включения и громкости, ребят. Здесь у нас оказался, ну, что USB и 3,5 джек. Здесь чисто все, и микрофон, ребят, идет. И спереди экранчик у нас в 5,5 дюймов. И с разрешением, ребят, ну, куча, вот извините, я, честно говоря, и не помню. Но в процессе просмотра, то я так думаю, что вы, ну, куча видите. Камера здесь есть, что динамик, что вспышечка за компанию. Что включаем телефон. Если что включается, ребят, чтобы вы увидели, что в чем прикол, что в телефоне есть и автоматическая, ну, куча, и подсветка, что все полностью. Экранчик здесь смотрится все изумительно и круто. И чтобы вы вот просто вот увидели и с телефоном 5,5 дюймов толщина и габариты. Что видите, до такой степени он оказался компактным и удобным. Вот смотрите, что, скажем так, единственное, что из недостатков, то, что толстенький чуть-чуть, ощутимо. И с 5-дюймовым, смотрите, ребята, что в принципе считаешь, что габариты, что оказались, ну, куча полностью их идентичны, чуть-чуть отличаются, но смотрится все супер. И включается со сканера, кстати, включается с первого раза, и, ну, смотрите, вот даже сделаем вот так вот сюда, и все равно включается. Что в чем плюс? Что включается и срабатывает сканер, здесь вот действительно классно. Конечно же, включу экранчик вам, ребят, что думаю, вдруг интересно. Но в чем прикол, куча, кто хочет, чтобы вот не испытывать из YouTube проблем, скачайте и 4PDA.ru, что там скачал я YouTube уже чуть-чуть, куча, измененный. И сейчас вы, куча, увидите, в чем изменения идут. Включаем 4К. И поиск. Если что включилось, и сюда откопаю специальное же видео. Вот есть красивое видео должно быть. Опускаем экран, ребят. Так, картинка, где ты? Ага, мне надо лучше сначала включить сюда. Что, ребят, нет, что почему-то отказывается включать. Давайте попробуем другое видео. Что, знаете, сейчас вы увидите просто в чем здесь прикол. Вот. Что включим от Sony видео. Если что включилось. И смотрите, что тонкие рамки. Но, куча, вот изменил я YouTube. Сначала, куча, включайте, остановить его, отключить, куча, удаляйте обновление. И потом, куча, скачивайте в ту версию, что я сказал вам, что устанавливаете ее. И функция есть такая. Смотрите, опа. Что включаете, и картинка включается на полный экран. И в чем плюс, куча, изначально из упаковки у вас есть картинка всего-навсего 400, ну, куча, 80. Здесь вы захотели, что включаете, ребят, чтобы вы увидели, сюда, что включаем, у нас есть все полностью и Full HD, и, что, в принципе, включается за компанию 4K. Так что я вам скажу, что все круто, что действительно и красиво, и шикарно смотрится. Специально включу экран чуть-чуть светлее, чтобы был. Ребят, смотрите, картинка как идет, смотрится. Экранчик здесь, я вам скажу, на ту стоимость, что он стоит, я считаю, что в принципе, куча, телефон вообще, ну, что в принципе оказался супер, что действительно все сделано и красиво, и качественно, и претензии к телефону, вот именно их экрану, и к связи у меня, вот лично вот мне казалось абсолютно, что громкий динамик и такой слышимость, что в принципе вот, что классно. Единственное, что из замечаний, вот так, ну, скажем так, вот лично для меня, что вот с касаниями чуть-чуть, ну, куча, ощущается, что экран идет с двумя
есть касаниями, и чувствительность, ну, слабо идет. Естественно, включу, что динамики вам, чтобы вы услышали, как включается здесь музыка, ребят. Я так думаю, что интересно. Кстати, втыкал я с пистонами, так что звук классный оказался. Я не знаю, ну, куча вдруг кому-то интересно. Ну, скажем так, вот я не искушенный слушатель, но для меня вполне все комфортно оказалось. Включаем динамики. Давайте что-нибудь другое. Еще что-нибудь другое. Вы услышали, ребят? Потрачу. Одним словом, в чем прикол, что, скажем так, что динамик здесь оказался изумительный, ну, куча громкость именно, ну да, чуть-чуть, конечно, хрипит, но, ребят, за $60 ждать от телефона, что все у нас, ну, куча идеально будет, я не собирался, я говорю, что просто, ну, куча, пока на данный день за такие деньги вы ничего интереснее все и не купите. Естественно, о камере, что, ребят, ну, куча, писта 113, ну, куча пикселей, по факту там, ну, я не знаю, ну, оказалось, ну, куча, или 6, или 8, что, в принципе, вот так для чуть-чуть снимать, чтобы для галочки, что камера у вас есть, да, в принципе, картинка симпатичная, ну, куча, получается. По факту, я скажу вот так, ну, если честно, вот если вы думали из-за камеры в телефонов покупать, то он откровенно слабенький, идет вот для такого. Вот смотрите, специально Кула вчера сделал, и картинка идет, скажем так, здесь слабенько по качеству и детализации. Вот одну секунду, я сюда включу вам, ребят, тут где-то, что сблизка вы увидели, он, я их клацал. Вот, ребят, смотрите, что сблизка и по качеству, я думаю, что вы увидите, что все-таки ощутимо, что, ну, чуть-чуть, скажем так, камера здесь слабая, вот действительно. Но, в принципе, все вполне комфортно, что включается и срабатывает. И телефон, система, что, ну, конечно, чувствуется, что слабенький, что телефон, но для звонков типа, и социалок вполне комфортно использовать. Что плюс из кармана вы, ну, куча, высовываете его, что смотрят, что все, знаете, вот так, ух, нифига себе, какой у него крутой телефон. Что, ребят, ну, скажем так, дизайн здесь, что бомба. Так, что для, за компанию, что включим Antutu вам. Что, знаете, у нас все обычно, а что там Antutu? Вот, ребят, вы же включаете Antutu, что циферки, я так думаю, что вы увидели. Опять-таки, информация, ребята, что пишется Alcatel C8, 7 Android. И в чем прикол, что система аж 32 бита. Видите, в чем фишка? MTK, я думаю, вы увидели, 400 графический процессор. И дисплей идет 640. Скажем так, вообще дисплей, что, в принципе, ну, слабый здесь. Но я вам скажу, вот я отходил с ним неделю, и вполне комфортно и кино смотреть, и все полностью, и здесь не испытывайте, ну, куча, вот, тут ничего. Оперативки у нас 2 гигабайта идет, и 16 из постоянной, из которых осталось всего-навсего 1 гигабайт. Процессор у нас есть, ребята, что дисплей, я не знаю, кто видел, кто нет, но с касаниями, чтобы вы увидели вживую, что 2. Вот я говорил, что действительно, ну, оказалось, ну, слабенькая вот именно чувствительность экрана. И камеры, что писта 13 и 5. Ну, скажем так, куча для галочки, ребята, что в принципе куча есть, но чтоб, скажем, с классным освещением, да, картинка симпатичная оказывается. По факту слабо, что действительно вот слабо. Аккумулятор, вот я уже говорил, что куча вкидал, что в тест раз, то получилось, что в первый раз куча 2950, и во второй раз 3.20. Но я считаю, что, в принципе, куча действительно, ну, сказали 3000, и 3000 есть, за это китайцам 100% плюс. Так, ребята, это же датчики, я так думаю, что вы видели, у нас есть и освещение, и приближение, что все включается и срабатывает здесь на ура, что претензий здесь абсолютно нет. И, естественно, что включу, ну, куча GPS, но в чем прикол, что включу, вот обычно я скриншоты делаю, а это специально, ну, куча вживую, чтобы вы поняли, вот, ну, куча, с процессора, куча МТК и слабый, и дешевый. И обычно из МТКшки у меня дома вообще, вот я пытался что включать, и сигнала абсолютно ноль идет. Но здесь оказалось, куча включился со старта, я
В принципе, думаю, вы, что все вживую и так видите, ребят. Что, ну, короче, включился и сразу, и сигнал и споймал. Что, учитывая, что у меня стены дома идут конкретно, ну, короче, толстые, и я так, ну, короче, и все телефоны с МТК включаются здесь туго. Чувствительность идет, чтобы вы увидели, что в пределах дома, что все вполне комфортно. И за компанию еще включу дополнительно один GPS-тест. Что чуть отличается, но тоже, в принципе, что видите, что пятерочка идет, включается все и срабатывает на ура. За компанию, что включу вам, чтобы вы увидели, как что включается и срабатывает система и менюшка, ребят, и что все, в принципе, ну, что летает, как вы видите, что телефон, что, в принципе, куча упакованный всем полностью, что включающий, я и пытался, и клепал в нем, ну, куча видео, что самое смешное, куча в телефоне за такую стоимость и делать видео. Естественно, я же использую EPN кэшбэк, что включено, что GearBest у меня, и все, ну, куча OX, я так думаю, вы видите, что в... Естественно, используем ВКонтакте и Вильна Краина. Что, ребят, ну, скажем так, и хотелось бы общаться, ну, куча со всеми людьми, но нас оказалось чуть-чуть ограничивать в таком. Естественно, ребят, что включим интернет, чтобы увидели, вот просто для спортивного интереса, и включу в кино вам какое-нибудь. Давайте, я всегда вкопаюсь в кинокраде. Что, в принципе, все интересно за компанию, чтобы вы и увидели скорость что включения интернета и загрузки страниц, ребят. Смотрите. Все-таки чувствуется, что телефон слабенький. Но что, в чем прикол, что все включается. Вот Kingsman будет плохая в картинка. Смурфики не будем включать. В пираты тем более. И чужой в картинку нам не покажет. Вот что будет интересно. Я думаю, HDR. Так, еще включится или нет? Интересно. Если что включилось, ребят, и смотрим сюда. Опять-таки, ждем, что включилось, что там они специально что впичкают чуть-чуть рекламы. Но в чем плюс? Вот из кинокрада я стабильно все фильмы, что только в кинотеатрах, то я уже их дома гляну. Да, пусть в плохом что качестве, но, ребят, у меня двое детей, знаете, и лучше я в те деньги забумберю на детей, чем в кино. И картинка, чтобы вы увидели. Я звук, извините, отключу. Но в чем прикол, что вот, если вы включаете в кино, включаете из браузера, то в картинка автоматом идет же полностью. Я так думаю, что увидите и смотрится все что круто, что действительно что круто, ребят. Что телефон за такую стоимость, я считаю, что просто оказался шикарный. Вот, чтобы вы в картинку специально, что здесь увидели, специально чуть-чуть покручу его сюда, вверх, вниз, сюда. Что, ребят, ну смотрится все и красиво, и круто, что в телефон, вот действительно, ну сказка. Просто я даже вот не знаю, что сказать. Что, куча, кто хочет, то покупайте. И, кстати, ну, куча, звонилка. Что, вот я испытал все приколы, что, куча, ну, куча, писали. И все-таки, ну, куча, вот не включается, не помогает здесь абсолютно, вот, ну, куча, вот ничего. Я специально и скачал программу X-Dealer для себя, и включаете, все включается и комфортно, и срабатывает. То, что, одну секунду, покажу вам, что все включается и срабатывает, и в чем плюс, ей включается и английский язык, и русский. А звонилка стандартная, вот смотрите, покажу вам, телефон есть сюда, ребят, и снова, кстати, раз, два, три, четыре, и снова ошибка. Что видите, вот я говорю, я уже испытал куча все инструкции, и все равно стабильно куча получается ошибка, и ничего ты здесь вот не сделаешь и не докажешь. Ребят, ну куча жаль, что в принципе, вот единственное, что из недостатков, то оказалась звонилка. А так, то телефон за ту стоимость, что он стоит, 100%, ну куча рекомендую, но самое лучшее, вот не сделайте ошибку, как я, и не покупайте черненький, лучше, типа, или синий, или фиолетовый, кстати, изумительно смотрится. Лучше купить, ну, чуть-чуть цветной, и интереснее смотрится. Вот и все, ребят. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.